часов. Мастер-класс, наверное. Приходят, показывают. Места нет, вообще тонированные техники. Любители спецтехники, делаем дорогу. Каток прошелся, короче, вот сделал котлован, где дорога будет идти, не котлован, а движение. Виброкаток тут сейчас все прокатает, а я буду сюда ПГС щебень кидать. Хорошая техника, блин. О, вибрация пошла. Кстати, кто? Ах, я тут. Теперь будет дорога. Тут дорога кончилась, асфальт. А дальше надо тянуть до школы. Доделали. Сейчас доделал. Сейчас вибрацию вруби. Я, короче, равнял, тут все разглаживал. А он сейчас все активировал. Как на фронталке, сочленение поворотное, все то же самое. Колеса хорошие задние, блин. Чья техника, не знаю, что там. Прошу водилы сейчас, чье производство. Сейчас я тут. Еще раз приветствую всех подписчиков, любителей спецтехники. Короче, попал на такой объект. Вызвали тут через старых моих клиентов. Дали такой участочек, на котором я тут погоняли, и я тут помучился. Приехал во второй половине дня, уже ближе к вечеру. В общем, суть такая: тут участок дороги остался не заасфальтирован вдоль школы, и вот нужно было это все подготовить к асфальтированию. Экскаватор-погрузчик тут накопал, наковырял котлован и уехал. А я вот после него приехал, и давай вести подготовку. Полметра углубиться надо было, 100 метров длина, и где-то метров, наверное, метров 10 шириной, наверное, там где-то. В общем, не мерил, не помню. Метров 10-12 шириной. Вот, углубился на полметра, выровнял, потом виброкаток тут. Вибрации покатался. Плюс вибрации я делаю сейчас отсыпку. Отсыпка ПГС. После чего он еще раз покатается, этот каток. Ну и участок такой неудобный. Вот сейчас вот песок здесь насыпали, этот ПГС. И надо его сталкивать туда, что держать. Где-то 20 сантиметров надо делать высоту песка. Высота ПГС. То есть, когда спускаешься в этот котлован,
И надо еще равномерно грести ПГС. И крутиться, разворачиваться вообще неудобно. Не нужно все это, желательно. Мастер-класс, блин. Приходится тут показывать. Места нету вообще. Тесто раскатывать. Сегодня уж, наверное, щебенку-то не привезут, не знаю. Время вечер уже. Так. Едем в объезд. На этот же объект просто объехать надо. В общем, этот же объект, только объехал на другой улице по частным секторам. Тут, в принципе-то, в частном секторе находится этот участок дороги. Ну и опять же, равняю котлован этот, срезку доводим до нужного уровня, грунт в сторону, который я сейчас буду тоже грузить, отправлять. Вот все, выравниваем 50 сантиметров глубиной. Подготовка к отсыпке. Тут вторая часть марлезонского балета. Сейчас вот он сюда заедет. Тут площадочка побольше маленько. Каток, имею в виду. Сейчас весь грунт здесь укатает. Тонированная техника. И начнем ПГС сюда закидывать. И на сегодня все. Сыпали дорогу ПГС. Теперь с правой стороны идет тротуар. То есть тротуар тоже в ширину ковша. Как раз получается где-то тротуар 2,40. Тоже отсыпаем ПГСом. Ну, слоем 10 сантиметров. То есть также сделали срезочку. Ну, тут старый тротуар был. Его срезали, убрали. И опять же все это подровняли. Сейчас делаю отсыпочку ПГСиком. 10 сантиметров. То есть также все подготовка к асфальтированию.
после того, как все отсыпали, ПГС отсыпали, укатали катком, начинаем вести отсыпку щебня. Фракция 40-70. У меня в предыдущих видео это уже все есть. В принципе, ничего нового я тут не покажу. Главное вести равномерную отсыпку. Отсыпка, разглаживание. Единственное, просто сразу прикинуть, откуда начинать. Я сразу здесь начал. Тут потому что и куча высыпали. Я говорю, неудобный объект. Приходится крутиться и вертеться. Отсыпать больше некуда было, драгать. Ну, этот щель. Приходится сразу, где берешь, тут и отсыпаешь. Можно было брать, конечно, разворачиваться и вести отсыпку уже оттуда, с самого начала. Но я решил так. Но хуже не получилось. Даже еще как бы он укатывался. Ну, в принципе, такая вот работа. Сделал подготовку к асфальтированию. Свою работу я сделал. Хоть и, конечно, нервы мне тут помотали. Сроки поджимают. За 2 дня до учебы тут нужно это, к 1 сентября этот объект сдать. Ну, подготовку к асфальтированию я сделал. Финальную часть, к сожалению, уже не покажу. Ну, там осталось только заасфальтировать. Ну, я уже там не нужен. Тут еще пересекает дорогу теплотрасса. Через нее вот тоже приходилось потом уже лазить. Сначала объезжал, потом тут уже все утрамбовали, заделали трубы, укрепили, приварили дополнительные. Ну и параллельно отсыпки щебнем веду погрузку машин. Этот вот грунт, этот надо грунт весь вывести. Тоже его очень неудобно было брать вдоль котлована. Но вдоль дороги там все равно как котлованчик небольшой. С правой стороны, с левой стороны деревья. Тоже немножко бы понервничал. Где-то подфарники, чтоб не загнуть, не зацепить. В общем-то, свою работу сделал как надо. Вот что у нас получается. Ну, собака не твоя? Такая вот дорога. Все. Новая, да. Еще земля. Земля.